Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем проходить игру под названием BioInk Redemption. Проходим кампанию смерти, и сейчас мы выберем новый режим. Морг, смертельная гонка. Гонка против компьютера, как я понимаю. Но сложность мы выберем не умеренную, как в прошлый раз, а попробуем на тяжелый поиграть. Поехали. Так, усилители. У нас есть какие-нибудь усилители? А, мы можем, смотрите-ка, мы можем выбрать за опыт усилитель какой-нибудь. Ну, давайте выберем преимущество. Начало уровня с 15 био-очками. Так. Нормально, поехали. Прикончить Джона Смита, прежде чем ваш противник это сделает. Нет никакого восстановления, заметьте, и никаких врачей. Так, и сразу же смотрим. У нас 15 очков, неплохо. Биокарта. А что у нас? А, у нас везде все одинаково. Что у нас в иммунитете? Бессонница, перепады настроения... Так, а с чего бы нам начать? Сердце. Гипертония. Может быть, с самого главного начнем? Может быть, с мозга? Хронический стресс. А вот тут, кстати, сильные, смотрите, какие, да? В пищеварении. Так, мускулы. Мускулатура. Кости. Вот мы не смотрели тут, что у нас... А, здесь, смотрите, здесь только с факторами риска. Факторами риска можно, да, прокачивать. Так, дыхание. Я смотрю, такие болезни, которые больше дают этих симптомов. Вот у меня такая тактика новая. Боли в животе. Ух ты, какие тут неприятные штуки. Ну, давайте пищеварение. Пищеварение, гастроэнтерит. Прокачали. Так. А, у нас еще, 8, еще 10 очков осталось. Диабет первого типа. Сразу 2. Во, вот это жестко будет. Все, 2 очка у нас. 2 био-очка. И смотрим, как дело пойдет. Кровообращение и нервы. Уже смотрите, почки, иммунитет. Все начинает потихонечку отваливаться, падать. Дыхание. В смысле, как это пропустил-то? А чё не так быстро-то? Чё так быстро-то оно исчезло-то? Куда нам дальше идти? Дальше... А, ожирение. Факторы риска. Попробуем избыточный вес. За 10 ожирения. Сейчас он будет кушать. Ага, все. Потолстел маленько. Но это только начало. Это только начало. А что у нас? Компьютерный соперник. У него вроде пока все 100%. Вот, видите? Правда, из-за меня не видно, что там у него. Так, 99%. Пока все нормально. Нам еще нужно 10 очков для ожирения. Тогда будем прокачиваться через диабет второго типа. И дальше что-нибудь посмотрим, откроем. Ну, иммунитет. Ну, иммунитет страдать будет, понятное дело. Было бы неплохо, знаете, что прокачать? Чтобы био-очков побольше давало. А вот мускулатура у него. Вот вы не видите, а я вижу. Мускулатура 99% у компьютерного соперника. То есть он по мышцам решил бить. А мы бьем по... Почему? По всему сразу. Пищеварение. В основном пищеварение и... А, иммунитет. Пищеварение и иммунитет. Вот так как-то. По процентам, конечно, этого не видно, но болезнь-то серьезная.
Вот, сейчас он очень толстый станет. И это сильно его здоровье ухудшит. Больше еды. Теперь у нас открывается диабет второго типа. И мышцы, смотрите, начинают разваливаться. А он стоит сколько? 14 очков. Конечно, много, но это сильно разгонит, скажем так. Наоборот, это сильно ухудшит здоровье. 94%. Так, компьютер начинает разрушать мышцы. Тихо. А чё так быстро-то? Чего не так быстро-то? Может быть, это улучшать надо? Потратить 50 био-очков? Это новые правила какие-то. Совершенно новые правила. Так, ладно, поехали. А, можно... Можно ускорить. Кстати, это прикольно. Ну-ка, ускоряем. Только очень этот... Очень звук громкий. Куда ты? Да вы что, прикалываетесь, что ли? Чё они так быстро исчезают? Это жесть какая-то. Поехали. Я не знаю, что с ними делать. Они очень быстро исчезают. Это нереально. Так. Очень серьезно. Вот сейчас серьезно играем. Скелет, мускулатура. Слушайте, мускулатура. Компьютер мускулатуру прямо убивает его мускулатуру. Это прям какая-то дичь. У него тоже 95%. И у меня 95%. Идем примерно одинаково. Но надо уже думать, что дальше. Здесь у нас что? Здесь мы, в принципе, все сделали, да? Гипертония. Высокий холестерин. Высокий холестерин. Закрыт. Сгустки крови. А, это для тромбоза. Вот это, кстати, довольно-таки сильно повлияет. Где? Вот тут удачно собрал. Нам понадобится 6 очков. Кровообращение. Так, пищеварение. Сильнее всего мы ударили по пищеварению. А кровообращение вкупе с ожирением. Ну, это как бы комбо такое жесткое. Вот здесь точно. Вот это нужно было прокачивать в первую очередь. Легочная эмболия и тромбоз, или как там назывался. Постфлебитический синдром, когда сильно очень ноги болят. Это уже до некроза можно идти. Стоп! 20% ресурсов. Ух ты, так это надо это... Это надо прокачивать. За сколько очков? За 4 очка. Ресурсов будет больше. Так, 15 и 14 примерно. Ждем. 92 и 90. Но мы побыстрее его чуть-чуть убиваем, чем компьютер. Но пропускаем ужасно. Вот проблема в том, что я очень сильно пропускаю. Пищеварение. Он мускулатуру почти убил. Тихо. Надо реагировать прям сразу. Надо все время смотреть вот сюда. Влево. Оп. Потому что от этих пропусков... Эти пропуски не очень сильно влияют. И, конечно, лучше не ускорять. Потому что... Оп, при ускорении... Вот. Дальность бы еще увеличить. Вот сейчас сильно будет. Резко.
синдром и потом эмболия. Смотрим, что у него пищеварение. Так, пищеварение очень быстро падает. Ресурсов больше стало, видите как? Сразу. То есть мы бьем, скажем так, компьютер бьет по какому-то по какой-то отдельной системе, а мы по нескольким сразу. Мышцы посыпались тоже. Так. Сейчас мы эмболию, да, будем прокачивать. О! Ой, что? Плюс 3, нифига себе, мне повезло-то как, смотрите. Ну, все, да-да, а что ты хотел? Скелет, так, кровообращение. А где тут про кровообращение, ничего не сказано? Наследственность. Кровообращение. Пищеварение, недоедание. Так, трудяга, это нервы. О, вот это точно! Как же я мог забыть-то? Самую жесть-то мы пропустили. Сейчас мы ему кровообращение просто уничтожим. Вот как только 10 очков у меня появится... Вот же... Ой, он ему убил, смотрите что. Он ему мускулы уничтожил полностью. Вот. Так, вот сейчас у Джона появится ужасная привычка, которая будет его убивать. А, 12. Да ну ты что. А потом мы, в общем, сделаем так, что одна система, мы несколько систем сразу разрушим, и все посыпется моментально. Так, кровообращение. Мы еще вот здесь вот наследственность посмотрим. О, ну это все. Все, кровообращение просто уничтожается. Да куда же вы уходите-то, очки-то, биоочки? Но он на 1% меня обгоняет. Куда ты? Куда? Куда? Я не успеваю сразу, все, ну так нечестно. Что там? Иммунитет. Неотложная помощь. Так. Началось. Его забрали в больницу. Сказали, что врачей же нет. Странно. А, то есть неотложка есть, а этого нет. Окей, я понял. Кровообращение 7%. Нервы 10. Так. Гипертонию. Что тут еще можно? О, инсульт. И нервы еще. Вот это мы прокачивать будем. Сколько? 19. Ну держись, Джон. 66. А сколько у компьютера, не вижу? А, у него... Я на 2%. 2%, ребята. 19 очков надо. 19. Кровообращение умирает. Долго слишком собираем. Отказ систем. Давай 19 очков. Чтобы нервы уничтожить. Или нет? Вот это неизвестно, кстати. Мы это тоже все уничтожили. Теперь нужны другие системы. Нервы. 12. Так, а инсульт, он 33 сразу дает по нервам, да? Хотя от него же умереть можно легко. Прокачаем, наверное. 58, на 3% я вырвался вперед. Тихо, куда? Все, сейчас инсульт у него будет. Бам-ба. Просто нервы сейчас, нервы. У Джона Смита был инсульт. Опа. Органы дыхания. Дальше что? Так, нервы. Пищеварение. А, пищеварение надо убить. Желчный камень.
23%. Желчный камень надо добивать, понял. Но мы вырвались вообще жестко. Мы очень жестко вперед вырвались. Видимо, это из-за сложности так. Я понял. Из-за сложности эти штуки так быстро уходят. Надо тренироваться. Так, желчный камень 15. Ничего. Сейчас все будет. Я же говорил, тактика хорошая. Ну, правда, пищеварение у него так и так сейчас откажет. Эпидемия гриппа. Ух ты, требуется больше ресурсов на ближайшие дни. В смысле, то есть меньше ресурсов, что ли, будет? Так. В смысле, что исчезло? А, иммунитет же. Точно, у него иммунитет сыпется, я не успеваю собирать. Жесть. Так, тут все уже. Тут уже не надо ничего. Что осталось? Почки. Ой, почки вообще, киста почек. Жесть. Недостаточность. Это вообще убийство. Полнейшее. Хроническое. До свидания, Джон. Это просто до свидания. Тут что? 40 энергии сбора за 6. Быстрее собирать будем, да? А, да, быстрее собираем. Оп. 13-25, мы выиграем. 100%. Системы просто отказывают. И что теперь? Мускулатура. Вот она и подтянулась. Вот она, ребята, и подтянулась. А я что говорил? 4%. 21. Мышечный спазм. А, это еще и нерв, по нервам ударит. Так выгоднее получается. Фибромиалгия, что это такое? Боль мышечно-скелетная. Еще и потеря памяти. О, это и по нервам же. Ну вот как раз. Не, все. Он просто... Все. Два сейчас будет. Это победа безоговорочная. Вы выиграли уровень 2, смертельная гонка. Джон Смит умер за 265 дней. Три черепа, ребята. Этот результат получше, чем в прошлый раз, явно. И на более высокой сложности. Так что, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!